Может быть, на следующей неделе они соберутся. Но работает он что-то не очень здоров, трудно, в общем. Надеется, что придет. Но еще не все, да, успели просто. А? Не все еще успели прийти-то. Ну да, ну и тут-то интерес особого. Ну, был директор, был ученый секретарь, замдиректора во время открытия. Я стишок тут прочитал на открытии. Так что вот. Вот это тут. Угу. То есть у вас прямо рейтинг фотографий, да? Что? Прямо рейтинг фотографий, в смысле, как картинка, кому какая больше нравится, да? Ну, в общем, кто писал об этом, кто каким-то общим таким ограничился отзывом. Вот это вот все такого абстрактного как бы вот направления, оно как-то вот с какого-то периода стало, в общем, развиваться, и у меня их несколько еще и дома, наверное, еще есть. Так, вот такого плана вот работы. Абстрактное, да, и как раз, когда вот надо что-то быстро, что называется, высказать. Ну, вот эти работы я делал как? Вот я пишу, допустим, большую какую-то картинку маслом. У меня остается масло, остается еще желание. Я на маленьком загрунтованном кусочке картона вот это все набрасываю. И потом начинаю размышлять, а что это такое у меня получилось. И получилось вот это третьих. А это, в общем, не академизм. То есть он, этот художник Блохин, успешно продается в Штатах, там покупает, и он более там известен, чем у нас в стране. Он продолжатель вот этой традиции реалистического искусства. Это Репин, это Серов, это Кустодиев, это Фешин. Mm-hmm. И он лауреат премии Фешина. Фешин был его учеником Репина, и он уехал в Америку в свое время, и там, в общем, известность у него была большая. Сейчас музей есть Фешина в Америке, премия его имени. Вот Блохин лауреат премии Фешина. Ну, эту идеологию можно развивать, сделать, допустим, такого вот формата каждую картинку, что-то тут поработать над этим, еще идеологию какую-то ввести, каких-нибудь там динозавров изобразить, интересного такого вида. И каков объем памяти, что ли, от этого аппарата? Сколько? А это же не знаю, я его до конца никогда не заполняла. Никогда не заполняла, наверное. У него стоит какая-то карта, ее, в принципе, хватает обычно. У нас недавно была выставка в Доме кино. Вот любители живописи, уральское отделение, в общем, там разных институтов. Но я не вхожу туда, в эту компанию. Меня приглашали 15 лет тому назад. Уже 15 лет продолжается. Вот так вот. Там интересно было, были работы
одна женщина, такая, в общем, чисто философ даже, я бы сказал, философские работы. Вот эти все вот эти вот такие вот картинки, я, значит, важно, в общем-то, вот из всей этой вот выставки делать правильный вывод мне, куда двигаться дальше, в сторону размышления или в сторону